Эй, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем за артефактами. За мной вы видите моего чувака, он работает. Да, я его запустил в дом. И, честно, я не помню, нужно его поставить на блуждание или не нужно его ставить на блуждание. Но он у меня стоит на блуждание, удобрение появляется, и бог с ним пускай появляется. Вот. Я не знаю, зачем я его сделал, зачем потомил его, пофигу. Сделал я себе Буревич, да, чё, блин, у меня чёрт жемчуг же появился, благо вспомнил. Вот, и все, как бы, вроде бы, хорошо. Металл жарится, и все прекрасно. Что у нас здесь? Здесь у меня прекраснейший стегозавр. Просто красивейшая красная раскраска. Мне нравится. Подумал бы притомить, но мысли только, а зачем у меня, а слушай, а с другой стороны, траву же добывает хорошо, 39 базовые овощи, так, пойду корм гляну, а, пойдем сегодня за артефактом, ну, вы по названию-то видите, пойдем там за артефактом, я вот сейчас где-то вот здесь вот, показал этот скринчик, естественно, с координатами, мы сегодня туда пойдем. Самый будет прикол, если я, короче, на монтаже забыл это сделать. О, вяленое мясо, да пошел ты, вяленое мясо ему надо, вяленое мясо, блин, ладно, этот чувак у меня еще будет здесь долго ходить, я пока сделаю коптильно, и поставим ее, бог не сюда, кстати, о, у меня второй холодос, и здесь просто кровь. 114 слотов забитых просто крови. Ну, 113 полных, 114 с половиной. Ну, я не знаю, куда я пухать, она портится, мне жаба начала давить. Я решил, что, блин, надо сюда положить ее. Тупость. Да и только. Ах ты, скотина! Ты же работаешь от генератора. Ах ты, скотина! Вот жопа-то какая. Ну, значит, не судьба. Есть вариант, что я сегодня пойду и добуду в той пещере. В той пещере добуду. Ну, забыл скорелку. Эльвеншард. И поэтому я смогу построить себе генератор. Но это не означает, что я это сделаю. Поэтому сходим в другую пещеру. Координаты вы сейчас тоже видите на экранчике. И попробуем посмотреть. Та это пещера или нет? Уж пролетаем. Здесь я уже бывал, вы это знаете. Но здесь по карте, давай грузись. По координатам здесь есть этот. Собственно, можно добыть. Ну-ка, давай добудем. Шарды. О! Редкие. А вот и осколок элемента. Я тяжкий на радость. Просто с обычных камней добываем осколок элемента. Тихо, братан. Я тебе... А, подожди, из рук надо убрать что-то. Во-во. Он пока, короче, у него в руках, он не может бить. Пока у тебя что-то в руках, ты не можешь бить. А, прости, кротокрыс. Я только сейчас это понял. Это летун, сидя на котором ты можешь брать оружие в руках. Вот почему он не атакует. Твою мать! Короче, объясняю. Есть такая тварь под названием Кицелькуатр, которого, чтобы притомить, нужно дофигища гемора, когда ты в соло. Но благодаря вот этому его можно поймать в сетку. Его можно прям в воздухе оглушать. При этом летает лево-право, вперед-назад, и все дела, и все хорошо. Вы поняли, да? Охренеть! Кайф какой! Супер! А кстати, а просто так я добыть могу или только буром добывается?
А сколько элементов и так добывается? Вот это кайф. Конечно, я буром буду добывать. Буром больше добывается. Заряжай. Получай. Но погоди. Скажешь ты, у тебя же есть богомол. Попробуй им. 34. То есть от 22 до... Ну, короче, от 20 до 50, да? Так. А Буревич? Твою мать. Братан, прости, я тебе не... Сеструля, прости, я тебя недооценил. Это богомол добывает так же, как бур. Понимаешь, в чем прикол? Он добывает так же, как... Ну, ладно, чуть поменьше, чем бур. Но, черт побери, я это давно мог добыть, оказывается. А, вот это, конечно, да. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, а можно ли дать ему бур в руки? Сомневаюсь, конечно, но я попробовал. Зато соломы добыл много. А мне просто солома нужна для пивасика. И что у нас по осколочкам? О, нормас! Хотя это 4000 надо добить. Отлично, отлично. Добил до перевеса, короче. И можно текать. В пещеру! Так, вот ты домой, а ты в пещеру. Пиу! Гай! Да, сколько раз здесь прилетал, да? Пробегал, полетал. И вот, казалось бы, я должен был ее увидеть. Но честно, я даже сейчас, только прям прилетев точно по координатам, понял, что это вход в пещеру. Вот это вход в пещеру, блин. Я реально настолько... О, мне здесь нужен противогаз. Да? Или фулл хим защита. Ух ты, много занимает, отнимает хп. Сейчас поставим здесь телепортик и сделаем либо РХБЗ, а, либо этот маску попробуем сделать. Нифига себе, у меня игра зависла. Казалось бы, вроде бы маленькая пещерка, а так прогружается. Ужас. Так, надеваем шапка и погнали. Блин, конечно, мы раздолбаны, но погнали. По идее же не должен Динос получать урон, да? Да, Динос не получает урон. Отлично. Значит, погнали. Ну так безопаснее. На всякий случай сделал два, чтобы, знаешь, было все-таки. О, прикольно. Так, здесь яркость можно явно вырубать. На всякий случай сделал два, чтобы было как-то поспокойнее. Это вообще из-под текстур вылез. Бешеный. Ну я смотрю, без модов-то вообще дофига. Ну, прикольно. И там я вижу этот... вроде бы артефакт, по идее. Да, я вижу здесь другое. Я добываю кучу пакетов крови, но не добываю... Где она? Я слышу змею. Тупость. Короче, кучу добываю крови, но не добываю хитина. А хитин бы мне пригодился. Ого, прикольно. Давай медведяру возьмем. Подожди. А, это у меня так просто забагалось. Прикол. Окей. Так, ты летишь домой. Домой! Ну, не подлагивай, пожалуйста. Вот, а с тобой мы здесь потусуем. Ну,
я считаю, будет клёво. Рунку, конечно, возьмем мешаньки. Почему бы нет? Нет, здесь в скале точно ничего нету. Ягодок добудем. Ужас просто. Так, чё, куда бежать? Ну, по крайней мере, все выглядит очень даже безопасно. Ты тот же урон не получаешь. Отлично. Качаем, естественно, урон. Ягодки добудем, это хорошо. Это нужно будет в пивасик туда. В пивандрий. Обязательно будем делать пивандрий. Вот. Хитинчик добылся. Ага. Клево. Прикольно. А, ну это просто, типа, ворота, там ничего за ним нету. А если бы было, типа, это когда-то уже давным-давно обвалилось, и больше там ничего нету. И только одинокий призрак пытается найти выход. Как же шумно! Ужас. Вам шумно так же, как и мне, или нет? Или это только мне так шумно? Давай общую громкость уменьшим. Офигеть. Это долбанные сраные водопады. Без шуток, я сижу в наушниках, я сам себя не слышу, что я говорю. Поэтому не исключено из фиару. Да, я когда себя плохо слышу, я начинаю громко говорить. Так, что-то я здесь нифига не нашел. Давай возвращаться назад. Я там вроде спуска не нашел. Значит, через правую сторону идем. Здесь просто мы, грубо говоря, пришли за руной, не более. Возвращаемся обратно. О, дезмоды. Дезмоды. Наверху тусуются. Бежи в пещерку. О, господи. У меня такие плохие. Суицидник? Допустим. Так, ну сейчас точно нифига не видно. И сюда мы спустились. Вот сюда мы точно спустились, тупо за руной. Прям без вариантов. Вот просто тупо за руной. Я здесь ничего не вижу больше. Так, давай вот так вот. Так, у меня кислород. Кислород! Братан, всплываем! Да, давай, всплывай! Благо хп много. Ой, где-то кислород хапнул. Надо было там постоять. Вот как ты в противогазе... А, хотя ладно, в противогазе ты можешь захлебнуться. О, робохитин. О, обалдеть, какой я тупизмом сейчас прострадал. Нет, это костюм. Я про это забыл. Так, а теперь вопрос. Откуда там вылез? Долбанные цветы. Там еще есть? Алло? Так, вы что, выползли просто тупо из-под текстур, да? То есть там ничего нет. Искать бесполезно, да? Да, вот все, что там, это уже там. Понятно. Вот сюда я реально пришел тупо за руной. Не более. Ну ладно. Руна тоже хорошо. Еще, если я, конечно, там захлебнулся, это было бы очень смешно. Ну ладно. Но, походу, дело придется реально Дезмода обратно вызывать. Хитин и ягодки — это хорошо, но... Но полет дело нужное. Да хитин ты немного добыл. Не, это, конечно, больше все равно, чем несколько сотен пакетов крови. Ну, то есть, реально, здесь по-другому никак. То есть, либо Дезмод,
И ты летаешь либо крюк кошки. Ну, мы, понятное дело, будем использовать Дезмода. Крюк кошки использовать не будем. То есть я думаю, я сейчас опять буду полдня искать, где этот артефакт, там за кадром еще будет куча времени. О, Оникс, нифига себе, как это необычно. Держи, ну ты вою мать, ты серьезно? Я же испугался. Мне реально было страшно, я думал, кто-то напал, а я не увидел, кто. Так, ну здесь слишком ярко, это понятное дело. Но сейчас артефактик вот этот забираем. И опача! А, не, нифига, темнее не стало. Ну, короче, да, тут прям буквально рядом-рядом. Маруна. Прикольно. Ну, давай немножечко облетим, посмотрим, что у нас вообще здесь в целом. А здесь в целом-то ничего и нету. То есть ты реально забираешься сюда наверх, вот руну можно взять. А чё у Оникса все 110-го левла? Нет, побольше явно. 280-й, ооо! 200-й. Да-да, голоден, потому что пытался научиться нырять, но забыл, что дышать под водой я не умею. Ну как же здесь шумно, а? Долбанный водопад. Как же он бесит. Так. Ну здесь хотя бы это... Здесь хотя бы не так шумно. Хотя глухо, конечно, прям аж бесяче. Ну реально, походу, здесь ничего больше нету. Серьезно? А то, что я видел, типа, дебаг-камеры, это просто тупо другая пещера? Серьезно? Такое может быть? Фиксация доступна. Ладно, давай посмотрим. Очень непонятно. Ну смотри, вот там как будто бы что-то есть. То есть, по идее... Опять ты что-то хочешь? По идее, под водой, значит, можно куда-то проплыть, потому что вот там есть куда пройти. Непонятно. Ну это просто Дезмода вон зацепился за это, и так уже легче смотреть. Потому что на Диносе камеру можно дальше отдалить. Там это там, а здесь это здесь. Потому что здесь это отдельно. Так что все-таки под водой туда можно как-то проплыть. Под водой. Проплыть. Блинский. Да ёб твою ж за ногу задолбал, ты меня уже цепляешься за потолок. Фух. Выговорился. Стало чуть-чуть полегче. Так. Твою мать! Да вот же! Я просто из-за того, что этот... Братан! Братан, нам сейчас будет фигово! Ну, вылезай! Нас чуть не отпердолили. Нет, отпердолили. Но я же предусмотрительный. У меня есть вторая маска. А, нет, я уж на миг подумал, что мне не нужна будет маска, но... Не, увы. Увы и... Ах, твою мать. Увы и ах. Оп, и масочка на месте. Просто из-за того, что я там на медведе тогда был, я не заметил вот это вот спуск. Да твою мать, ты как же бесишь, а? Своим цеплянием. Так. Уже лучше. 150-я хатина. С одной стороны, да, там ведь было бы прикольно. С другой стороны, как сколько ты мало хитина даешь? Ну как бы... Ой, хитина, господи, этого... Пасты.
Ну, смысла в этом нету. Это все пиявки, да? Моя мать, хорошо, что я летаю. Пошли в жо... Вот это... Благо артефакт не здесь. И не под водой. Прикинь бы вот это вот и все под... на меня. О! Короче, такие звуки были дебильные, да? Но! Блин, камера разбагалась. Ну, что-то в этом есть. Офигеть! Я испугался чутка. Я, во-первых, я не думал, что я это не достану. А во-вторых, я что-то сильно испугался. А сколько мне там крови вообще хоть с них-то дало? Вроде бы немного. Ой. Просто весь этот... миллисекунда пролага и вот... И весь желтый экран стал. Ладно. Получил на живых эмоций, скажем так. Ну, еще одна руна, естественно. Берем все. Надеюсь, там под водой ничего нету, никаких дропов. Я не хочу туда нырять. Даже если там будут дропы, я туда нырять не буду, пока здесь есть пиявки. Вот завалю всех пиявок, тогда буду нырять. Но пока что я дропиков-то и не вижу. А может и... Может, они там реально есть? Сколько много пиявок. Твою мать. Я нажал на пробел. Но вовремя прям от воды оттолкнулся, можно так сказать. Опомнился. Фух. Ладно. Все, приземляемся. Ну слушай, такое ощущение, что там глубоко. Добывать кровь. Пиявок. Это как-то необычно. Ладно, посмотрим. Через камеру попробуем посмотреть, есть там что под... на дне или нет. Ну, скажем так, вижу я там только руины, а пиявку я все равно зацепил. Ну, блин. Бесят они. Пиявка у меня получается сейчас на... И чё ты бежала? В общем, вот так вот берем, цепляемся. И вуаля, мы что-то там довидим. Видим какую-то структуру. Ну и по ходу дела, да. Так, ну во-первых, надо будет отцеплять пиявку обязательно. Действие. А, я помню, как отцеплять пиявку. А, вон, с самого верху было. А кто бил? Меня. Какая сволочь. Ладно. Подожди, у тебя там с кислородом все нормас? О, нормас, отлично. Он под водой, но у него с кислородом все нормас. Врубаем яркость и смотрим, что у нас здесь вообще. Самое главное не профукать кислород. Ну здесь ничего, просто типа старая постройка. Так, сейчас всплывем, подыхать и обратно на дно. Осматриваю все на случай, если вдруг найду руны и все в таком духе, но знаете, как это бывает. А вдруг какой-нибудь реально дроп на дне? А я его пропустил, а вы такие мне пишете: ой, ты пропустил дроп, он вот на такой-то минуте был в этих... под водой. Но я его не вижу. А раз я не увидел, значит что? Правильно, его и не было. Вот и все. Стой, гад, не спеши. Так, ну погоди. Я вообще еще изначально хотел... посмотреть эти
А, я, получается, в пещеру ухожу вверх. То есть, значится, Ремершар находится в другой пещере. Потому что здесь я вверх по координатам ухожу, а там, если не ошибаюсь, вниз по координатам. Вот, я сейчас скринчик, по идее, должен показать. И, черт побери. Ну, в общем, короче, как-то непонятно. Как-то непонятно. И в какой-то пещере. То есть там другая пещера настолько огромная, что она затягивается через треть карты. Так что ли? Ну, возможно. О, а там чё? А, ну оттуда я приплыл, там охотинки. А здесь я увидел кучу пиявок. А вот здесь вот находится дроп. Ну, отлично. Ну, в общем, я, походу, делал всю пещеру и посмотрел. Больше здесь смотреть нечего. Расходимся. Ну и что я могу сказать? Поход был продуктивный. Много осколков элемента и артефакт. Первый артефакт. Наконец-то все хоть как-то начинает двигаться. Если я не ошибаюсь, осколки элемента вроде только в репликаторе, да, переделывается в сам элемент. А вот просто получить элемент мне нужно пыль. Вот из пыли я могу сделать нестабильный элемент, либо осколки. Ну, в общем, короче, мне нужен репликатор. Чтобы состряпать репликатор, мне нужен 100, что ли, элементов. В общем, посмотрю, что там за кадром. А, ну это этот, господи. Это такой-то мод дает возможность переносить элемент как предмет с карты на карту. Точно, точно. В общем... Да, ничего не вижу. Ой, что такое? А, страйдер. В общем, короче, так. Буду думать, что, когда, где. Ну, либо реально атак динсов просто поохочусь и... Ну, блин, 100 элемента. Это дофига стряпать мне придется. Дофига это динсов мочить. Ладно, разберемся. Но это явно будет уже не сегодня. Ну, я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Там все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.